Всем, ребята, привет! Это маленький анонс моего сегодняшнего видео. Значит, новый цветочек. Вот он. Бакарнея, по-моему, так называется. Потом, значит, продуктовые покупочки. Ну и все. В общем, поехали. Всем приветик. Всем добрый день. Точнее сказать, доброе утро. Собираюсь на работу. Среда. Сегодня нарядилась сексуально. Тут, значит, голая. Тут мои татухи все будет видно. Видите, вся рука такая. Рука болит, сил нету. Плевать на татухи, рука болит. Ноги болят, судорогой сводят. Всеми ночами катаю этим аппликатором ляпко иголками ноги. До такой степени сводят судороги ног. Опять у меня неприятно случилось. Я прям сегодня с мясом вырвала еще один ноготь. Это капец. Прям с мясом оторвала. Ногти-то длинные, это же мои ногти. Такой длинные, представляете? В кровищу выдрала. Но все-таки надо от лака давать отдыхать ногтям. Ногти источаются. Сама ногтевая пластина делается все тоньше, тоньше. И мне так кажется, что надо давать отдыхать ногтям. Но я уже не могу, как бы мне среда, четверг, пятница, суббота, только в воскресенье я поеду на маникюр. Ну, суббота, ладно, я буду дома сидеть. Вот среда, четверг, пятница. 3 дня отработать вот с таким бардаком. Это же стыд и срам, блядь. Ну, а что делать? Так, сегодня у меня, значит, такая сумочка. Здесь я себе ношу обед. Костян прибарахлился в H&M-то. Это его любимый магазин. H&M, Бифри, потом что еще? Хаус. Мы вот в Йобурге-то были. Что-то мы с ним тут покупали. Мы с ним тут покупали джинсовку, ветровку. Да. Таких пакетов у меня куча. И очень удобно носить покушать. Сумочка сейчас маленькая. У нас сегодня плюс 19, представляете, я решила достать свой любимый плащик. Мой самый любимый плащик, вот этот вот. Завтра вообще будет 20, завтра я пойду раздетая. На завтра я уже придумала себе прикид. Очень нам красивый. Кошки орут. Загуливают, что ли? В общем, вот такой вот плащик, я его прям обожаю. Я его, кстати, выписывала на Валборисе, и он что-то 5 с чем-то дороговатый для плащика. Ну, мне нисколько я не пожалела, потому что он мне очень нравится. Он мой стиль, оверсайз, вот такой вот фонариком, как я люблю. Ну, прям он мне обалденно нравится. Я прям балдю от этого плащика. Сейчас я покажу, ребята, как я пристроила вот этот вот тазик вчерашний под орхидеей. Конечно, чуть-чуть бы повыше, чтобы горшки не было видно. Но все равно красиво. Сейчас покажу. Вот мне надо купить вот таких еще горшка 3-4. Ну, лучше 5. Потому что я планирую орхидеи разные разводить. Но пока их нет в магазине, я поставила горшочки вот в этот тазик. И птички одного цвета, прям все хорошо. Вот так вот выглядят теперь мои орхидейки. Видите, какая прелесть. Вот это вот все открывается и открывается. Бутончиков много. И они все открываются и открываются. На этих бутончиков нету, но маленькая есть. Маленькая начала. Бутончик выпустила. Это пока не вижу, тоже есть. А здесь прям много-много-много. А бидончик вон пристроила на окне стоит. Думаю, ну куда его девать пока? В общем, вот так вот я пристроила свой тазик. Думаю, пускай стоят. Сегодня, думаю, сбегать еще один купить. Такой же. Потому что мне же еще должны орхидейки привезти. Ну, я вчера его последний забрала, представляете? Все последнее. Все последнее. В общем, красота неописуемая. Любуюсь каждый божий день своими орхидейками. Все, ребятки, поскакала на работу, мне надо зайти еще за бананом, за грушей, ну, что-нибудь там, или яблоко, что купить еще на перекус. Не завтракала, выпила большую кружку горячей воды.
выпила свои таблетки и все. Попиздила работать. Всем удачки. Ребята, я уже на работе. Уже сгоняла в цветочный магазин. О, вот так вот лучше тут. Страшная такая. В цветочный магазин сгоняла. Сейчас покажу, какой цветочек. Где он? Прикупила. Ой, Господи. Сейчас придет Костян. Он уже пришел со школы. Сейчас покушает. Придет ко мне, я сгоняю еще продуктовый. Хочу сегодня сделать фаршированные перцы или голубцы. О, как! Купила цветочек. Смотрите, какой красивый. Орех какой-то. Так называется. Сейчас прочитаю. Биокорнея. Биокорнея. Вот такой вот симпотный. Вот. Очень мне нравится. Я его еще отложила, когда покупала орхидейки. Залог за него внесла. Стоит он 1600. Ребята, естественно, день закончился походом в магазин. Сегодня в монетку. Что я купила? Я купила кошкам Вискас. Я их сейчас приучила. Раньше один Феликс съели, а сейчас все подряд. Все подряд. Сегодня этот, завтра тот, и ничего, с удовольствием живут. Вот купила им всякого разного Вискаса. Потом, значит, взяла пепперончино. Господи, жгучий острый кетчуп на пробу. Конечно, Рико я не люблю, мне он не нравится, но на пробу взяла. Помидорчики, но, правда, я уже половину съела. Сейчас резала себе салатик. Вот этот я люблю кетчуп, Хайнц. Мой самый любимый Хайнц. Вот Хайнц раз, Хайнц два. И как думаете? Хайнц 3. Девочки уже тут, вот они, пасутся возле. В общем, вот три Хайнца. Вот такой Хайнц. Укроп, петрушка. Должно быть две штуки. Мешочек яблок. Свежий урожай. Один огурчик. Что-то не могла там выбрать. Еще один вот такой Хайнц. Кетчуп, ой, укроп, петрушка. И полный пакет картошки. Ой, одно яблоко, представляете, какое я купила. Полный пакет картошки, свежий урожай. А еще мешочек лука. Мешочек лука. А картошка что-то больно дорогая, чуть ли не 90 рублей. Ну, целый мешок взяла. Целую майку взяла. Свежую уже варичку с ней. Все, сейчас я готовлю макароны по-флотски. Вчера я готовила рис. Сегодня буду макароны по-флотски с бужининкой. Вот так вот. Вот такое вот. В общем, итог всей продуктов 991 тысяча. Ого, 991 рубль. Вот сказанула. Томаты. Томаты по 130. Нет, кетчуп по акции 139. Три бутылки. Кетчуп, укроп по 60. Шоколад еще был. Мы его уже съели. Три шоколадки. Яблоки на
140. Картофель. Ой, я ничего не вижу. Короче, вот, без очков я ничего не вижу. Вот это, и, кстати, два чека. И не хватило мне денег, я отнесла это все к себе на работу, вернулась, и еще 500 рублей. В общем, вот эта покупка моя вышла на 1500. Да-да-да, точно. Помидоры сюда не вошли, томаты. И что сюда еще? Какой-то кетчуп не вошел. И кошачий корм сюда не вошел. Кошачий корм тоже по акции 15 рублей. 20 штучек я взяла. Вот это уже 300 рублей. Господи, кошки у меня съедают. Ну, 5 пачек в день точно. Точно. Вот, представляете? 5 пачек в день. Ну, они же лысые, у них другой метаболизм, им надо больше кушать. Поэтому они у меня столько много съедают. Вот как-то так.